Павел Павлович Сюткин – артиллерист, полковник в отставке. Последний по дате награждения – ветеран Великой Отечественной, прижизненно удостоенный звания героя. Участвовал в прорыве обороны фашистов в Восточной Пруссии, отличился при взятии города и крепости Пилау. Был дважды представлен к званию Героя Советского Союза, но так и не получил его из-за ошибки в документах. Награда нашла его спустя 63 года. В 95 году по приглашению родственников он переехал в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов выделил ему квартиру. Сегодня Павел Сюткин – неизменный участник патриотических мероприятий, в постоянной активности и видит свой секрет долголетия. За чашкой чая ветеран признался, давно не играл в любимый бильярд и пригласил главу Сочи сыграть с ним на пару. Анатолий Пахомов пообещал, что игра обязательно состоится. Несколько таких слов, как становится на душе какое-то такое ощущение, чувство, что я не забыт. Что ничто не забыто, никто не забыт. Это большое дело, когда можно показать настоящего героя, настоящего патриота, чтобы с ними общалась молодежь. И то, что мы сегодня это делаем для себя, для своего подрастающего поколения. В рамках акции глава Сочи призвал горожан внимательнее отнестись к своим соседям-ветеранам, помочь по хозяйству или просто пообщаться за чашкой чая. Со своей стороны власти города ко Дню Победы представляют ветеранам бесплатные путевки в санатории. Планируется, что лечение там получат почти 300 пожилых сочинцев. Помогают и с ремонтом квартир. При необходимости организуют адресную помощь. Также за ветеранами закрепили школьные коллективы. В гости к участникам войны придут ученики и студенты.